Всем привет, вы на канале CryptoCommons, это короткий апдейт, посмотрите, что произошло буквально сейчас. Количество лонг-позиций на бирже Bitfinex упало на 12%. Умные лонги на Финике, как мы их иначе называем с вами, начали разгружаться. Давайте обсудим, что это такое, стоит ли паниковать и вообще о чем это нам говорит. И если вам нравится криптоконтент, не забудьте поставить лайк и проверить подписочку на наш канал и колокольчик. Мы начинаем. Давайте отдалимся вот хотя бы на 4-часовой таймфрейм, и здесь станет понятнее, что это вообще такое. Умные лонги на Финике – это, собственно, маржинальные, margin-hodl лонги мы их называем. Это не фьючерсные лонги, это спотовые лонги, просто с кредитным плечом, с маржинальным плечом. Вот как мы видим, наконец-то они начали разгружаться, ребят. Почему наконец-то? Потому что, как мы можем с вами видеть, они набирали позицию на падении. То есть они набирали позицию не всю по 16 тысяч долларов, они и по 30 набирали, и по 20, и по 16. И долгое время во флете вот стояли. Сейчас они начинают разгружаться. Отдаляясь на дневной таймфрейм, что мы здесь видим? Как на истории себя это показывало? Вот, у нас абсолютно идеальная обратная корреляция. То есть когда у нас идет рост, умные лонги разгружаются. Соответственно, когда идет падение, умные лонги догружаются. И как мы видим с вами на последнем вот этом падении биткоина на 16 тысяч, у нас были рекордное количество по этим лонг-позициям за всю историю. И опять же, обратная корреляция сейчас началась. Посмотрите, то есть то, что они начинают разгружаться, на мой взгляд, это очень хорошо для роста, потому что обычно, как вы можете посмотреть, что происходило, когда они начинали разгружаться. Вот здесь, например, была первая волна. Первая волна роста, первая волна коррекции к сетке EMA Ribbon, и рост продолжается. То же самое мы видим сейчас. Первая волна роста, первая коррекция к сетке EMA Ribbon. И я думаю, что рост продолжится, и мы увидим что-то вот такое здесь по этому графику в долгосроке. Поэтому вот такой вот апдейт я вам хотел дать. Я считаю, что он достаточно важный. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом сами. Напоминаю, что по TRDR у нас был очень сильный сигнал на плотные покупки вот здесь. Мы пока ниже не ушли. Будем смотреть за ситуацией дальше. Добавляйтесь к нам в Telegram-чат, в Telegram-канал, чтобы не пропускать важные апдейты. Также напоминаю, что мы все еще очень сильно недооценены. По метрикам Into the Cryptoverse у нас очень низкий риск, 0.3, 0.27 даже социальный риск. И также общая недооценка до средних значений по CoinMarketCap 42%. Это нам говорит о том, что нам нужно вырасти на 84%, чтобы вернуться к средним значениям просто в 2 триллиона капитализации. Так что вот такие вот дела, ребятушки. Ставьте лайк обязательно, подписывайтесь на канал. Всем профитролей и до следующей встречи. Пока. We'll be right back.